первое крупное международное событие после глобального локдауна. И для нас это, конечно, возможность показать впервые на международной выставке, крупнейшей международной выставке. Dubai Air Show стала в ряд вот таких вот больших авиационных событий. Наш замечательный самолет МС-21 с двигателем ПД-14. Этот самолет, он прямо прилетел сюда с испытаний, на нем установлена система бортовых измерений. И, конечно, самолет такой, одна из изюминок авиасалона. Вообще у нас не только МС-21 премьера самолета в обновленной версии бизнес-джета AUS. Самолет уникальный по сочетанию своих характеристик и стоимости и приобретения летного часа. И мы также здесь, на регионе Ближнего Востока, в котором большое количество покупателей интересуются машинами именно в бизнес-версии, рады представить эту машину. Конечно, однодвигательный самолет пятого поколения Checkmate — значительный шаг вперед, поскольку самолет, который имел бы такое уникальное сочетание боевых характеристик, возможности модернизации, стоимость эксплуатации и при этом отвечал всем признакам пятого поколения, то есть стоял просто в линейке всех самых современных авиационных комплексов, на наш взгляд, это действительно уникальное предложение, уникальный продукт.